В преддверии 9 мая танцоры всей России готовятся принять участие в акции «Майский вальс». Она проводится уже не первый год, но в вальсе 2018-го впервые готовятся закружиться славянские танцоры из бально-спортивного клуба «Академия». Акцию «Майский вальс», приуроченную к празднованию Дня Победы, проводит совместно «Газпромбанк» и Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла. Эта акция – возможность отдать дань уважения всем, кто воевал и работал в тылу в военное время. Нынешний год для славянского бально-спортивного клуба «Академия» складывается очень удачно. После победы на первенстве Южного федерального округа они приняли решение участвовать и побороться за звание лучших в конкурсе «Майский вальс». После побед на турнире все на подъеме находятся и, конечно, ожидают, чего еще не знают. На самом деле, сами мы еще не знаем, как это будет выглядеть, но вот будем принимать участие, я думаю, что получится что-то интересное. Конкурс будет проводиться в заочной форме. Свой майский вальс ребятам предстоит танцевать на празднике Дня Победы. Снять видеоролик композиции и разместить видео на своих страницах в социальных сетях Facebook, ВКонтакте или Instagram. 30 пар с лучшим видео получат денежные призы по 20 тысяч рублей. А авторы 3 лучших видео, выбранные путем открытого голосования, получат суперпризы. Путевку на двоих на чемпионат мира по европейской программе, который состоится в Вене в декабре 2018 года.